почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литерева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Помните ли вы, дорогие слушатели, как читали в первый раз парфюмера Зюскинда или шоколад Харрис? А как не могли оторваться от завораживающих описаний Трейси Шевалье в «Девушке с жемчужной сережкой»? Если вы запомнили эти книги, поражающие воображение, то «Аппетит» Филиппа Казана для вас. Действие этого атмосферного, уютного, вкусного, оптимистичного и хорошо заканчивающегося романа начинается в 1466 году во Флоренции. До этого время Леонардо да Винчи, Макиавелли, Савонаролы именно здесь и родился Нино Латини в семье мясника. Он пытается быть обычным мальчиком, трудно переносит смерть матери, старательно помогает отцу в лавке, весело играет на узких и извилистых улочках родного города с другими детьми. Но он обладает от рождения удивительным даром. Он чувствует вкусы любых предметов. Да, вы не ослышались. Не только съедобных, но и несъедобных. Психологи называют этот феномен восприятия ассоциативная синестезия. Но подавляющее большинство читателей не психологи, и о том, что это научный факт, не догадываются, хотя не подвергают сомнения способности Нино ощущать вишни во рту не красными, а только цвета яркой, трепещущей лазури. Это хорошие вишни, синие, как одежды Мадонны в Сан-Марко. Вокруг косточки белая, а косточка горькая, как молочко одуванчика. Нино с рождения тянет все в рот для того, чтобы попробовать и родить ассоциацию. Его путь определен. Он станет лучшим поваром, которому нет равных. И готовит он исключительно для знатных и богатых. Кулинария не просто ремесло. Это страсть и призвание. Книгу «На пустой желудок» лучше не читать. Слишком все ароматно и натуралистично. Вегетарианцы могут пережить неприятные минуты. Нино использует не только овощи и фрукты. Нино влюбляется в подругу детства, Тессину, но рок сулит им неприятности, разлуки, испытания, а любовь преодолевает все препятствия. Книга состоит из 5 частей, как поворачивается колесо фортуны. Так сменяют друг друга этапы жизни Нино. Фортуна благосклонна главному герою, и он попадает на знаменитые кухни Лоренцо Медичи. Это книга о жизни, о смерти, о любви и о верности, о становлении и взрослении, о меняющемся и хрупком мире и о неизменных истинах любви и сострадании. Не совсем удачен исторический фон в романе, но ароматы, ассоциации и роскошь вкуса компенсируют все недостатки. Приятного аппетита с Филиппом Казаном. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».